вами Светлана Ата, и сегодня мы с вами приготовим по многочисленным просьбам моих подписчиц суп из курицы тавукла чорба по-турецки. Я отварила домашнюю курицу в такой скороварке, посмотрите, какой бульон, потом я его процежу, и смотрите дальше, не переключайтесь. Для начала нам понадобится только чеснока, две такие маленькие моркови и луковицы. Также 2 столовые ложки муки, вермишель и столовая ложка сливочного масла. Все ингредиенты я мелко измельчила. Морковку натерла на терке, лук измельчила. И сейчас приступаем к готовке. В разогретую кастрюлю с толстым дном. Значит, растапливаем сначала масло. Можно добавить капельку оливкового масла. Капелька вышла. И опускаем вначале морковку. Как потушится немного морковка, добавляем лук и продолжаем пассироваться, постоянно помешивая. Потушившись немножко, добавляем чеснок. А сейчас самое время добавить муку и быстро перемешивать, чтобы не образовалось комочков. Ну, а сейчас самое время добавить стакан холодной воды и хорошенько все перемешать. В это время нужно быстро работать руками, перемешивать тщательно, посмотрите, чтобы не свернулось оно и не образовались комочки. Сейчас добавить нужно куриный бульон. В это время лучше пользоваться венчиком. Добавив остальной бульон, постоянно помешивайте, доведите до кипения. Посмотрите, какой красивый вышел цвет. Это рецепт супа по-турецки. Как только наш бульон начал нагреваться, мы опускаем вот такую тарелку огромную курицы. Видите, сколько опускаю вот на такую кастрюлю. Она еще чуть-чуть там покипит. Это бульон из домашней курицы, но можно приготовить какая есть. И когда закипит, то мы с вами добавим вот такой чайный стакан турецкий мелкой вермишели и помешаем, друзья мои. Очень удобно этой пользоваться, представляете? И чуть-чуть буквально посолила, поперчить сейчас можно. И подходит все к концу, мои хорошие. Посмотрите, какой красивый. Какой красивый. Приготовить такой суп – это целое искусство. Наш суп готов. Вермишель отварилась, и наш суп готов. Посмотрите, вот такой вот он вышел. И очень вкусный. Посмотрите, какая красивая у меня получилась чорба, тавуклу чорба. Не так ли, друзья мои? Приятного всем аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!